Здравствуйте, меня зовут Елена Спиридонова. Я принимаю участие в конкурсе красоты «Мисс Слобака 2016». Мой друг уехал в Англию, лучший друг. Он там работал, и у меня был день рождения 2-3 года назад. Стук в дверь, какой-то шум, я захожу на кухню, и там он стоит с букетом цветов. Он в тайне от меня с моей подругой договорился, что приедет и поздравит меня. Мне было лет 14, я устроилась в магазин Реми, складывала корзиночки. У меня любимый писатель французский Бернар Вербер. Одно из его произведений, которое я прочитала, это «Мы ангелы». Наверное, спокойствие. Сделала бы все, подсматривала бы, пробиралась бы в здание. Закричу, обрадуюсь, опять закричу, побегу в зеркало, позвоню своей подруге, спрошу, что делать, что вчера было. Я кусаю губы до крови, жутко, когда думаю, иногда задумываюсь так, что не могу остановиться. На следующий день говорю себе: Лена, хватит, больше такого никогда не будет. Но опять. Но еще у меня есть привычка щелкать пальцами, трогать волосы, дергать ногой. Их много, мы не идеальны.